уже потратили херовую тучу времени на ответы на один и тот же вопрос. Кто мы все здесь собравшиеся? Сборище сумасшедших. Сборище сумасшедших. Сборище сумасшедших. Это позорище полное. Нас никто не знает. Сборище сумасшедших. Бред какой-то, бред. Сборище сумасшедших. Нас никто не знает. Сборище сумасшедших. Нас никто не уполномачивал. Сборище сумасшедших. Это позорище полное. Мы выглядим как сборище сумасшедших. Бред какой-то, бред. Вот эта вот волна народного гнева вынесла не только на поверхность вот все дерьмо, да, но и еще и нас вдобавок ко всему. Бред какой-то, бред. Долой говно! Кто мы все здесь собравшиеся? Дерьмо, да? Кто мы? Сборище сумасшедших. Долой говно! Нас никто не знает. Дерьмо, да? Сборище сумасшедших. Те, кто выступает, выдвигает свои требования, они будут озвучены. Этой там толпе, я надеюсь, она будет большой. Кто мы все здесь собравшиеся? Сборище сумасшедших. Это позорище полное. Сборище сумасшедших. Бред какой-то, бред. Сборище сумасшедших. Нас никто не знает. Сборище сумасшедших. Нас никто не уполномачивал. Сборище сумасшедших. Дерьмо, да? Мы выглядим как сборище сумасшедших. Бред какой-то, бред. Я останавливаю эту дискуссию, она бессмысленная. Мы выглядим как сборище сумасшедших. Нас никто не знает. Это позорище полное. Дерьмо, да? Очень много людей, которые, может быть, по результатам этого просмотра примут решение приходить или не приходить на митинг. Боюсь, что то, что здесь происходит, говорит в пользу того, что не приходить на митинг.